Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Скиньте промокод тоже, ребят, если что, в чат. Кто говорит? Я. Скинь промокод, я тоже только недавно зашел. Кадарь. Сейчас, зачем? Идем, я тебе покажу кое-что. Сейчас время закончится. Ну, идем, показывай. Сюда. Ну, показывай. Заходи, закрой дверь, чтобы никто не увидел. Короче, у меня есть такая штука, сейчас. Давай, никто не видит. Ты чё, ебанутый совсем? О. Тебя чё, блядь, порезать, может быть? Что ты делаешь? Ты ебанутый. Ты, сука, это делаешь на улице просто так, блядь. Ого. Шизофреник ебаный. Если просто так, ты меня оскорбляешь. Никакого... Я тебя попросил нормально. Ты меня берешь, что ты попросил? Ты ебанутый, что я говорю. Ты меня берешь, сюда тянешь. Выйдите, пожалуйста. Ах, тебе нарыло. Я дверь специально запер, знаю, что ты так сделаешь. Помоги мне, меня хотят отъебать. Ладно. Ты хочешь меня убить? И я отпущу. Я же ему могу отомстить, я ему могу отомстить. Сука, ну, пусть молится, чтобы его молния ударила сейчас, а не я. Да, я гражданский. Да, да нельзя. Да он меня связал, он сука, прям вроде посреди улицы. И ко мне же домой хотел затащить, извращенец ебаный. А? Да. Иди сюда, здесь. Чё такое? Чё ты тут пуколку доставил? Бери свою пуколку вот эту. Ты че? Ты чё, больной, может быть? Оружие. Убери. Ты думаешь, я тебя не узнаю под костюмом нера, ебать? У меня в магазине бананов нету, иди, сука, упаковывай. А нормально то, что он тоже с оружием. А это игрушечная, в детском мире я взял этот меч, ясно? Это катана. Ну, катана игрушечная, в детском мире купил, какие проблемы. Пожил ты и хватит. Сейчас тебя отправим на банановые поля. Я же вернусь, и ты будешь у меня. Да ты вернешься и будешь у меня, понял, сука, в подвале хуй собирать, вернусь, понял? Плохо будет. Плохо будет. А кому еще плохо будет? Все. Просто, короче, а сделай вызов сюда. Сейчас я вызов сделаю. С оружием в руках. А то, что у него балда 220 метров в длину, это считается за оружие? Там с какой-то этой винтовкой стоял. Ну я сделал вызов. Ждем. Должен хоть кто-нибудь тебе надеть. Ну, сука, твои дни сочтены нормальные. Свободные твои дни сочтены. Слышишь? А ну, поставь его на месте, поставь его на месте. Сейчас тебе прикол покажу. Давно еще знаю его. Смотри. Нер за решеткой, посмотри на него. Вот, а, он шериф, меня связал, шериф, короче, да. Шериф, он меня связал, у меня же дома хотел, не знаю, домой занести. Вот он увидел это. Он за меня впрягся, помог мне. И потом я, гуляя по городу, опять на него наткнулся, но он уже в негра переоделся. Он мне угрожал оружием. Как называется оружие? Выгоните, мешаешь. Я тебе твои последние два уса оторву, сука, если ты не вернешься. Я вообще в клаке. Не могу почему-то взять. Да ты его видел? Взять ты его не можешь. Он нас всех тут сам взять может. Давай. Пусть они уйдут отсюда, черти. Бери его в наручники скорее. Ты больше на черта похож, черти черные как раз таки. Ощупай его, у него ствол длинный. Шерифа! Выгоните вы. Нет, не у шерифа. Хорошо, я понимаю, что вы свидетель. Последнее предупреждение. Не стреляй, главное. Не стреляй, начальник. У него есть оружие массового поражения. Я говорю, ощупайте штанины его, вы все поймете. Вот он. Кто тут? Нифига. Кушайте. Тут насрал кто-то. Это ты. Подожди, а можно съесть? Да, можно. Это вот картошка твоя пошла. Весь дубайский шоколад не получилось засхавать. Выйдите из КПЗ. Пойдемте, граждане. Да,
вас тут просто дерьма раскидано, я заберу хотя бы одну. Не, мне лепешку чисто, это меня не надо сажать. Станьте лицом к стене. Ого. Так я же вышел. Задержан за неповиновение. Так я же вышел, ну ты шо, старый. Вас. Начальник, я же вышел. Да я чисто дерьма навернуть, вы там стояли? Картошка пирожная вот у вас лежала. Ну. Стояли вот здесь вот и не выходили, верно? Так, я же вышел сразу же, после того, как ты сказал мне об этом. Ну, типа, я просто про говно спросил, есть вариант еще съесть. Ухо! Хо-хо-хо! Картошка моя любимая! Интересные особенности, которые знали далеко не все. Когда вы заходите впервые на сервер DarkRP режима, вам всегда исправно показывается эта надпись. Не верите? Рекомендую проверить с какого-нибудь чистого аккаунта, на котором вы еще не заходили на DarkRP. Ну да ладно, потом проверите, если будет желание. Ну а сегодня у нас очень и очень много нарушений, и в том числе переходящих в рецидив. Рецидив штука такая, пока ты читаешь это правило, ты понимаешь, что получить его достаточно трудно, и для получения нужно действительно постараться. Ну или быть просто ограниченным дебилом, коими являются 90% населения вкладки DarkRP. И они, кстати говоря, вообще не стараются. Чтобы получить так называемый рецидив, который боятся все игроки, а особенно администрация, ведь на некоторых серваках есть такое дополнение, что если администратор, а тем более наборный, получает рецидив, то ему помимо бана какого-то там на неделю, две, три, а то и месяц, дается также и варны, которые могут привести к снятию привилегии. Потому-то людей с админками и без админок кидает в ледяной пот от одного упоминания этого правила, особенно если жалоба касается их самих. Но у нас сегодня будет все несколько проще, потому что сервак, на котором я играю, решил пересмотреть это правило. И да, там нету дополнений для людей с админками, там есть просто другое обновленное правило. Теперь для этого нарушения не нужно нарушать от 5-6 правил. Достаточно 4 правил, но с одним примечанием. Эти 4 нарушения должны быть совершены в пределах одной РП-ситуации. Как было раньше у меня в роликах. Я смотрел за челиком, в одной РП-ситуации он нарушил одно правило, в другой РП-ситуации 2, еще 2 в другой РП-ситуации. Итого уже 5 нарушений, и можно было уже тэпать человека и просить его забанить. Ну а как дела обстоят с нарушениями сейчас? Ну вот условимся на том, что челик нарушил в 5 РП ситуациях по одному разу правила нон-РП. Казалось бы, 5 нарушений, уже рецидив, но нет, ребята, он должен будет отсидеть просто 50 минут за нон-РП X5. Потому что каждое из этих нарушений он совершил в отдельных РП ситуациях. Казалось бы, набирать нарушения на рецидив стало куда тяжелее, но это просто на первый взгляд. На самом деле все еще куда проще. Ну и картина, конечно. Весь онлайн на серваке остался, это просто челы, которые сюда больше 20-ки вылупили. Хочу посмотреть, что они еще будут делать. Админ мод? Но я и так в админ моде. Я в админ профессии. Ну в смысле? Ну я же стал админом. Че меня... Сайтед. Вам нужен админ мод. Мне каким образом-то это тогда делать? Хорошо, админ панель. Логи, арест. Вам нужен админ мод. Хорошо, становлюсь в админ мод. Вам нужен админ мод, сука. Это вообще нормально, нет? Нету сейчас ПННа. Это баг. Это не был. Это кто? Ого. Ловите. Ну, убегает. Дальше что? Чем будет делать дальше? Если АФК спекаю просто за моделькой, далеко не отслеживается на других серваках по всей карте. Только надо с ней поблизости находиться. Поэтому лучше будет, если я просто буду за ними летать. Вот так вот. А зачем ты через окно лезешь, ломая шок на тем самым человеком? Хотите, не буду там водички купить. А можно зайти? Сейчас второй раз он сломает или нет окно? Ага, второй раз. НРП. А для чего он это делает? Не для чего, он просто дебил. Буквально шимпанзе, кстати, да. Все, дурачок наигрался. Это саморазбор. Какой саморазбор, дебил? Слушаю тебя. Вот молодой человек. Не, подожди. Да, связь. Ну уби. Сейчас, секундочку. Человек занимается саморазбором. Каким? Нормально? Ты вот окна ломаешь. Вот, смотри. Ну хорошо, ты занимаешься саморазбором. Причем курсе, тут саморазбор. Том то, что тебе его запрещено делать. Саморазбор называют. Сейчас форму дам. Он, добрый... будучи донатным админом, делает саморазбор. Добрый день, на вас пожаловались. Ровный пень. Саморазбор. Так вот, смотрите.
Акимбо, у тебя форма неправильная, если что. У тебя в бай должен быть стоять Steam ID. А не ник может ставить только набор на администратора, я у тебя вижу. Я спокойно шел, никому не мешал, там пацан разберется. Steam ID нужен. Если РП ситуация произошла с ним, Нет. Подожди, в любом случае там указано же, что... Нет, смотри, тебе выписывают форму, во-первых, ты себе ее не выдаешь. Это уже, ну, типа, неправильно. Жалоба любая на администратора. Подожди, потише. Жалоба любая на администратора разбирается в Дискорде, в тикете. Если он что-то нарушил. Какой нашел? Если он в спектейте или в ваниш из-за тобой летал, увидел у тебя нарушение, то это не саморазбор. И если ситуация РП произошла с ним и с тобой, то это уже будет саморазбор. Сейчас выдам, а то заплачете. То есть ныть и верещать о том, что происходит саморазбор, накажите, пожалуйста, админа, начал он. Но в итоге плакать, оказывается, если он не выдаст себе наказание, должны мы. Это вообще как работает? У меня такое ощущение, ребята, вам не кажется, что этот сынок просто как-то подохуел? Он сначала звал наборку, чтобы она ему помогла и объяснила, что такое вообще саморазбор. В итоге наборка пришла и объяснила ему то, что это не саморазбор, а администратор имеет право наказать тебя за твои нарушения. В итоге он разнылся, обосрался. Еще и наборку и ливнул. Наборка этого, кстати, хавать не стала, что и правильно. У себя я бы вообще чела без админки оставил за такой выебон. Она его тэпнула, разбанила и перебанила на больший срок. А, подожди. Теперь у меня вопрос. Акимба, такой интересный человек. Серега, тебя говорили по-хорошему, ты себя повел неадекватно. Хорошо. Получается, у него уже рецидив. У нас рецидив от 4. За одну РП ситуацию. Это не одна РП. Ты нарушил еще здесь ОСК АДМ. Да, было 3 типа меняли от 4, но там и наказание смягчили. То есть. Хорошо, я тебе выпишу бан. Акимба, можешь форму не прописывать. Где неадекватно? Скажи мне. Я даже не знал, что рецидив от 4 нарушений за одну РП-ситуацию. Удачи тебе. Бегает, там саморазбор у челика. Дебилоид мелкий. С донатной админкой, кстати. Дебил пипец, это ж надо было умудриться. Рецидив, короче, теперь тут так работает. За одну РП-ситуацию 4 и больше правил нарушаешь, у тебя выходит бан без возможности разбана от 3 дней до недели. Да. Вот такие пироги теперь. Кайдзан, ты в курсе, что... Да подходи. Зено убивает. Бля, Кай, какой ты бездарный, я тебе объяснить пытаюсь, что за мной чел следит, а за мной админ следит, короче. Что дальше было? Ну вот еще один чел в итоге нарушал себе на рецидив. Я его тэпнул сюда в админзону, чтобы узнать, зачем он это вообще все делает. А ответ в итоге убил. Он не против. Кому? Афродизиаку? Да. За что? А за что ему? Он мне причину не объяснил жалобы. Алло, нормально он админа будет? Алло, Эссонор. Он форму докидает, но причину бана не говорит. Во-первых, во-вторых, даже не говорит, что я нарушил. Кинь его за админа буст, алло, это халатность. Подожди. Во-первых, во-вторых, есть правило. Если прощает игрок, если нет, нарушившему кого я причинил при этом, просит. Тэпай сюда, хорошо, Дарк Лорд. Так, у него тут не рецик. Тэпай его сюда. Так 4 нарушения же. Да там от 5. А, 4 уже. Закрываем. Алло, Кустай, нормально, чел форму кидает, мне не объясняет мое нарушение даже ни разу, что я нарушил. Форму я еще не кидал, ничего. Так, ну кидала. Давай я объясню за. А, ну ты объяснил, да. Давай я пошел, Эссонор, ты тут сам. Окей. Кусай. Как, что, у тебя жалобы? Как тебе фоточки с этим? Ты видел? Добро. Ну, согласна. Что? С нарушением. Ким? За что? Он мне ничего не объяснил. РДМ, нонер пэксри. Кто? Я объяснил, типа. Он, я прощу в нём. Все, я Акимба выдаю. Yeah. А, дай мне форму. Сейчас сам давай. Я то симодишника просто. А, я понял, да. Да, давай.
еще один рецепт. Какой легкий рецидив, слушайте. Супер, бля. Мне прям нравится уже. Как правило, отредачили. Эрик, наверное, делал. Эрик молодец. Ебало этих дебилов. Представил, Эрик? Давай, выдавай. Игрок простил нарушителя при... Разрешено простить нарушителя. Алло, если норм правила не действует или что? Тебя администратор в любом случае не прощает. Ну, он должен прощать, я не... Но он увидел нарушение, он может выдать спокойно. Почему? Я хочу простить, чтобы Dark Lord все так. Окей! Сейчас степну. Один, пожалуй, дождя убил ни разу, и за это 3 НРПР даем. Да, прощаю, прощаю, Бог простит, я тоже хорошо. Прощаю. Вот Господь тебе, прощает, вот я хорошо. Прощаю его. Хорошо. Не надо мне нихуя от тебя предъявлять. Афро, я помню, Афро, я помню. В смысле, на бан не влияет. Просил нарушение, сил меня. Бан не влияет, и правила игноришь. Да, его друг простил, лишь бы его не забанили, но это никак на бан не повлияет, он его получит в любом случае, по одной простой причине. Тот челик на него не жаловался, а я просто-напросто эти нарушения увидел, и мне все-таки конечное решение принимать, банить ли его или нет. Ну все, он простил, хорошо, но бан это не отменяет. Кимба, у тебя на 3-9 заканчивается, стимулишник. Yeah. Админобуз 122. Что-то пустовато, 35 человек стало. Было 33, стало 35, а людей я особо не вижу. Мент тут один стоит в АФК. Давай, давай, мальчик. Не гинайся. Вставай на колено. Вставай на колено. Братан, можешь попросить? Можешь попросить? Подавай. Ты мой дед, да, чувак. Подавай, обсудить. Че, он озабоченный какой-то. Ты не говорил бы, ну, понятно, потом как бы у тебя, ну, не, да, мать сука. Поступила новая. Хорошо. А, чё? Ну что ты, говорю, делаешь? Ты сын проститутки дешевой. Чё ты, блядь, говоришь, уёбок? Я говорю, сын проститутки дешевой, чё ты делаешь? Выключи. И что дальше? Ну выключи, а дальше что будет? Ебаный, бомжана, ебаный. Еще, отнеси её. Ну не плачь, всё, причина тряски, причина тряски. Высма, выключишь, поговорим. Переклявый голосок сюда, боишься? Люблю, тебя непонятно, как тебя на администратор? Да я ржу с тебя просто, вот потому и непонятно, что я говорю. Ну, просто пенис, блядь, рту у меня. Понятно. Здравствуйте, пидорасин. Ну, я на то. Обсуждаю. Чего вы делаете, блядь? Что делаешь-то? Забаньте сына наркоманки из Батька, 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 батька своего. Я его сейчас заближу. Батька, батька, батька. Мы, слышишь, держим, мы тебя держим ровно так же, как твою мать, шкаву, когда ее нахуй за дозу. Что у него там? Нарушение. А ты не видишь, что ли? Ты же просто, ты меня пиздишь. Я вижу. Подожди, а чё это ты нагнулся, если я спу, ты нагнулся? Почему? Почему ты нагнулся, да? Тупой. Да, гавкай больше, гавкай больше. Пусть хава голосок свой проявил. Еще один пидор. Тебя убить я хочу, тебя я убить. Всю вашу семью за... А что ты злой такой? Ты двойку получил сегодня или что? Да, да. Я говорю, хуй изо рта вытащи, ебан тупой. Пиздец. Я почекать хочу. Вообще, он у меня играет или нет? Сейчас что сделаю. Причина тряски, причина тряски. И хуя у него там листочек А4, блядь. Вот это да, блядь. О, сейчас пробанят его по нормальной причине. А то вот это вот одна неделя за 1.25. Ну, это слишком. Слишком просто для сына наркоманки из пива. Нужна причина соответствующая, понимаете? Сейчас будет нормальная причина, я думаю. О, все, отлично. Ну-ка. Если присмотреться, можно понять, что сделал это я не специально. У меня только началась запись, и справа вверху вы можете увидеть, сколько я наиграл времени. Ровно 1 минуту, то есть я только-только зашел на сервак. И для этого я включил себе voice mod. У меня такое уже было в одном из прошлых роликов, когда я, чтобы переместиться в окошечко с игрой, кликал на него, а у меня персонаж как раз-таки на этой катане телепортировался вперед. Осознание ситуации было сиюминутным, я понял то, что оказывается идет КЧ. Сначала я на это не обратил
внимания и тут же зашел обратно и написал об этом человеку, то что, ну, у меня произошел мисклик, написал это в лог-чат, но ему было особо все равно. Вообще, вы можете заметить некую странность в том, как он играет. У него профессия вообще военного, которая не занимается тем, что патрулирует вокзалы в поисках тех, кто нарушает правила комендантского часа, но это ладно. Но какая же молниеносная реакция на того, кто по ошибке вышел с вокзала на буквально секунду. Причем обычно нормальные игроки, когда что-то такое происходит, они пишут об этом в лог-чат и расходятся дальше по своим делам. Но нет, этому ебанату вообще глубоко похеру на твои объяснения, он просто забиндил себе одну клавишу и буквально жмет ее весь остальной процесс. Я сначала, конечно, пытался ему нормально объяснить через лог-чат, через voice-чат, что это просто мисклик, чувак, забей, я дальше отстаю, этот КЧ сраный на вокзале, мне как бы не трудно. Но в ответ я слышал только буквально одну фразу, которая настроена на бинде, и все, больше ничего от него дельного я не мог получить. Ты заебал говно жмякать, долбоеб поебан. Я мискликнул, отцепись от меня, я окно развернул. Тебе надо, ты иди. Я, если бы не мискликнул, я так бы, ну, стоял бы дальше. Чё тебе надо от меня, ты уже, блядь? Я сказал, я мискликнул, блядь. У меня игра была свернута, другое окно было открытое. Мне выходить сейчас в каче. Ну если ты тупой, блядь, не понимаешь, что тебе пишут в чат, чё ты до меня доебался? Блядь, сидит кемперит, блядь, прям всех на спавне. Чё, делать совсем не пошли? Нейронку и выруби, блядь. Тебя проще вырубить, чем нейрон. Таких как ты, блядь. Таких как ты, нахуй, еще в утробе, блядь, нахуй колоть надо. Ебать конвейерный. Че, на микрофон не накопил? Нищета, блядь. Обозлен на тех, кто свой с модом, блядь. Ну да, блядь. Чтобы доказать, чтобы не обосраться, включил микрофон. Ну вырубай обратно, все. Мы поняли, что ты ебать, которая еле-еле разговаривает. Че ты ебать потушил-то? Обезьяна реально разговаривать не умеет и одну кнопку просто нажимает биндом. Еще прикидывается таким РПшником, знаете, какую игру ты там свернул лицом к стене. Ну, конченый, я ему пишу в лог даже специально, но вот для таких дебилов, как он. Я беру, я понимаю, вот, я уже наиграл достаточно часто на серваке, много времени, чтобы понять, кто передо мной стоит. Я вот выхожу со спавна, нечаянно, я вот... Когда voice mod как бы сворачиваю окошечко, я кликаю вот сюда, и у меня тут не курсор был включен, а просто вот так была мышкой. То есть я вот так делаю, и раз, и я тэпнулся. И он тут же лицом к стене, но я ему раз отошел на спавн, обратно пишу в лог, то что у меня мисклик, я игру как бы разворачивал, обратно кликал на игру окошечко. И я как бы потому и тэпнулся, как бы не специально. Вот, и я даже не знал, что КЧ пока не увидит. Он же стоит, ну, он не читает даже это принципиально, просто потому что... Но ему нужно арестовать. Ему нужно просто арестовать. Я ему еще раз пишу об этом. Ну вот может он если не читает чат, а сам просто в этот чат пишет, не читая его даже. Это какой-то идиотизм, если честно. Я ему уже в войс говорю о том, то, что ну... дядь, у меня, ну, у меня игра свернута была. Я окно разворачиваю и потому и как бы я кликнул, считай, что тэпнуться. Ну, это шизоид реально какой-то. Слышь, а подскажи, ты, ну чё, реально... Ничем больше по жизни не занимаешься, кроме как возле спавна стоишь. Он все забиндил, понимаете? Он скопировал причину, наверное, уже, да. И сроки по-быстрому вбивает. Чел просто надрочился ужасно. Чего такое? Чего случилось? Ну, лицом к стене, я понял, что случилось. Так а что? Зачем меня лицом к стене он ставил? Что такое? Я не могу понять. Что я сделал? Ты одну кнопку жмешь просто и ничего не говоришь больше. Ты можешь объяснить, что я сделал? Да я и так у стены стою. Ну вот, смотри, я вот у стены стою. Что я сделал такого? Причина остановки какая? Чего? Какое открытое ношение? Я убрал ее. Я убрал ее специально. Ты что делаешь? Какой не думай, я только... Ты ублюдок, ебаный, я, блядь, я чё, специально первый раз вышел, по-твоему? Откуда духота такая на ровном месте ко мне? Чё я натворил такого? НП, я вижу здесь НП, ребят, правда. Я не любитель докапываться в последнее время, но я вижу здесь, нет, не НП, а 1-1-1, препятствование нормальной игре. Привет, выпусти, пожалуйста, я в КЧ стоял на вокзале, я нечаянно вышел. Типа 7 минут из-за этого ебата сидеть, серьезно? Раз он себе позволяет нарушать так правила.
чем я хуже, собственно, да? Я просто не пойму, что он творит вообще. Но у него 1.1.1 это НРП, потом у него получается фриарест. Здорово, а что ты делаешь? Ты можешь объяснить? Ну, ты можешь объяснить, что ты делаешь? По какой причине ты арестовал меня, подписав то, что я открыто ношу оружие, и то, что я не дома в каче был? Тебе же объяснили, что... Так, катана была у меня, да. Но я как только вышел со спавна, я ее убрал из рук. Я тебе объяснил в лог-чат то, что я не специально вышел, дабы тебя забайтить, возможно, на что-то. Я игру развернул, кликнул, получается, на окно с игрой, и у меня челик тэпнулся на катане. Ну да, я не специально это сделал, чтобы тебе якобы забайтить на что-то. Но тебе как-то на это все равно было. Я тебе несколько раз в чат в лог даже специально написал. Что МГ? Причем тут МГ? Я тебе в лог об этом написал, тебе все равно было. Тебе просто надо было докопаться и как бы арестнуть. Я просто не понимаю причины такой. Я тебе сделал что-то? Не, ну то есть смотри, я выхожу, игру разворачиваю, кликаю, чтобы другие окна позакрывать у себя на экране, и кликаю на окно с игрой. У меня из-за этого чел на катане тэпнулся. Типа я не специально вышел, чтобы тебя забатить, хихи, типа попробуй меня поймать, достать со спавна во время каче. Но тебе как-то все равно было. Тебе несколько раз объяснили, что я просто мискликнул, грубо говоря. Я тебя никак не спровоцировал в РП к тому же. Я мискликнул, когда игру, получается, разворачивал. И у меня чел полетел на катане. Я увидел то, что каче идет, и зашел обратно. Я досидел каче до его конца. Я вышел, дальше пошел по своим делам, убрал катану, когда вышел со спавна. И ты до меня докопался. РП-зона, но тебе объясняют в лог-чате о том, то, что это не намеренно было сделано. Тебе же сказано было, то, что это было сделано не намеренно. То, что тебя никто этим спровоцировать не хотел. В смысле, как лог касается РП. Но не будешь я тебе нон-РП информацию в РП-чат говорить. Я тебе ее сказал в чат, который предназначен для этой информации. Ты решил ее проигнорить и дальше там настаивать на своем. Хорошо. Но как бы если ты упертый такой, то просто не удивляйся, что тебя хуями кроют в РП-чате или в нон-РП-чате, да? Да нет, ты не мог закрыть на это глаза. Ты вот уцепился за то, что человек вышел на метр со спавна, не зная о том, то, что не заметив, что был каче, и ты до этого докопался. Ты же это прописал в причине. Причем ты дал срок чуть ли не максимальный. За что? Типа за что ты дал... 10 минут почти срок. Я не знаю, я убил кого-то. Но я говорю, почти максимальный срок дал. Я убил кого-то. Поступила новая жалоба. Убил госа, там, не знаю, на мэра покушался или что-то такое. Нет, ты, конечно, можешь выбирать срок. Это понятное дело, флаг тебе в руки. Но ты выбираешь срок чисто из своих личных предпочтений. Это так выглядит. 450 секунд за фигню. Ну, слушай, мне бы и 200 секунд хватило. Условимся на том, что я только-только зашел на сервер. Тебе именно нужно было, понимаешь, вот я... Как человек, который давно уже играет в этот режим, я просто сразу вижу, тебе нужно было просто кому-то насолить. Вот ты нашел, кому тебя насолить. Хорошо. Ну да, я только зашел на сервер сегодня. Это не значит, что я до этого не играл. Я здесь и до этого играю. Но в данный момент я буквально только-только зашел. У меня 17 минут наиграно сейчас сессия. Да, дядь, ты просто цепануться хотел за что-то. Тебе просто нужно кому-то игру испортить. Короче, я не вижу тебе смысла мозги вправлять, правда. Я тебе просто форму выдам и выдашь себе за 1.1.1 препятствование игровому процессу и фриарест. Да не, недолго, сейчас я человеку форму выдам. На меня АЖБ... Слушай, ну ты серьезно? Ты меня арестовал еще в итоге? Ты еще жалобу пишешь? На что? Спав на буст? Ты что, прикалываешься? Комнату создал. Но тебе же сказано было, что я просто игру развернул и кликнул, считай, на окно с игрой, у меня человек на катане полетел. Оказывается, пока я ему нормально объяснял, что это было сделано не намеренно, ну и просто хотел ему 20 минут выдать за его два нарушения обычных, это даже не три нарушения, не рецидив, как 4 нарушения, но просто по-нормальному к нему отнесся. Он же решил помимо фриари ареста также еще накинуть жалобу за спав на бус и фир РП. Я якобы не подчинялся его требованиям и обузил специально, намеренно тем, что меня на спавне нельзя ни заковать в наручники, ни как-либо продамажить. Мне вот интересно, после этого нужны еще доказательства того, что он просто зашел на сервак, чтобы людям попортить игру намеренно? Надеюсь, нет. У него уже есть 2 нарушения, а добрать еще 2 для рецидива не так уж и сложно, потому что они реально есть. Какой конченый, слушайте, но я ему нормально объясняю то, что я его не провоцировать никак не захотел. Я случайно вышел. Типа я не намеренно вышел туда, я просто... Смотри, Акимба, у тебя еще феррерпа будет. Почему? Смотри, ты достаешь катану, возле спавна бежишь, и за тобой бежит Усен, приказывает тебе... 5 сообщений тебе кинул, ты встал, смотрел на него.
подчинялся его приказу. Слушай, да я ее убрал, как только я вышел. Я вышел, но секунды две прошли, я убрал эту катану и пошел себе дальше. Он же буквально докопался до меня. Нам видел катану. Видел катану, мог тебе лицом к стене поставить. Он ставил тебе лицом. Слушай, он мне до этого лицом к стене ставил из-за того, что я случайно вышел со спавна. Я ему объяснял в лог-чат, что я это не специально сделал. Он просто доебаться хочет, ну правда. Ну это такой человек получается. Ну и что, это бред какой-то, ебать. Ну это препятствие, а не игре нормальной. Ну то, что ты не подчинился ему приказу, это да. Слушай, ну он молча стоит, спамит одну кнопку. Какой с ним нахуй... Ну смотри, он меня как бы вытягивает на РП-процесс. Хорошо, у меня нет претензий. У меня нет претензий к этому, но ты объясни, по какой причине ты меня ставишь. Типа ты можешь, да, обыскать кого-нибудь, поставить лицом к стене. И все. Как скрипач хочу быть за все нарушения душить. Причем тут катана вообще? Что за бред? Как скрипач хочу быть душить за все нарушения? Нормально все с тобой? Я тебя чем обидел? Я только на сервер зашел. Не, мне просто интересно, я тебя чем обидел? Что я сделал тебе такого, что ты на меня взъелся так буквально? Ну так, ничем. Всех за катану арестовал второй день. Так, и что? Я ее убрал, как только, ну, выхожу со спавна. Я ее убрал и дальше пошел по своим делам. Тебе же надо просто докопаться. Ты же этого сейчас даже, ну, не отрицаешь. А чем занимается вообще эта профессия? Типа, я ее впервые вижу. Смотри, это профессию ДД сделал. Точнее, купил ее. Там почитай, у него там ФРРП расширенный, у него ХП больше, чем у обычных. А с каких пор военные вообще занимаются тем, чем занимается полиция? Это специальное назначение, это как спецназ, короче. Да каким, ну спецназ и так есть сват на сервере, понимаешь? Есть сотрудник ФБР, ну вот правительство тут даже вкладка есть. Сват, снайпер, штурмовик, джаггернаут. Ну это, грубо говоря, военные, то есть, да? Выполняет разнообразные задачи, такие как спецоперации, разведка и разрушение объектов. Но что-то ты ни одну из этих задач не выполнял, пока стоял кемперил всех у спавна. То, чем ты занимался, на описанное тобой не похоже вообще. Да нет, ты не видел, ты просто у спавна стоял и задачивал всех абсолютно. Но это получается второе нон-РП, потому что первое — это препятствование игре, второе нон-РП — то, что ты занимаешься не тем, чем нужно твоей профессии. Военные вряд ли занимаются тем, что вокзалы патрулируют по КД. Тикет какой-то, на что ж ты будешь тикет писать? Слушай, ну это похоже на прям какой-то, ну, намеренный такой дэп. Есть такое тут правило или нет? Нету вроде такого правила. Есть только правило то, что... Нет, да, есть. Я сейчас полистал. 1.22.5. В махинациях находится. Я ему вообще ни хрена не сделал, понимаешь? Если бы он от меня отцепился бы просто и, ну, нормально бы инфу воспринял, что я просто стою на спавне, и я нечаянно оттуда вылетел на катане. Ничего бы это не было. Намеренный слив путем постоянного контроля действий игрока с целью накопить нарушения для снятия, шантажа, бана. Он это все делает, ну, просто ради того, чтобы просто либо меня забанить, либо просто мне игре помешать. Да. Ты бы ждал 5 нарушений. Рецидив с 4 нарушений. Поздравляю. Нет. Какая тебе форма, ебай, блядь, у тебя рецидив выходит, поздравляю. Наигрался ты нахуй. Поступила новая жалоба. Да все, что ты вопросы пишешь, блядь? У тебя рецидив выходит. 1.22.5, 2 раза НРП и еще один фриарест, все. Можешь на форум идти, куда-то еще писать, мне похуй, правда. Ну че, последние слова, долбоящер. Адекватен. Так я полностью адекватен, как ко мне человек, так, ну, я к нему тоже. Ну, начнем с того, что он тебя не оскорблял. А, даже не знаю. А как это вообще ситуацию меняет? Как это ситуацию меняет, собственно? Да все, че ты оправдываешься, все. Успокойся, пожалуйста, иди на форум, пожалуйста. Ебать, блядь, ну это просто пиздец. Я буквально вот зашел, 10 минут я отыграл. От недели кикбан идет. А, от недели кикбан. Ты ему просто бан дал. Ну сейчас перебаним. Да, ты ему просто бан дал. Все. А можно вопрос? Да. У тебя голос очень похож на одного человека. Ну, чуть-чуть есть, да. Сука, такая скотина противная, пиздец. Я отвечаю, я только зашел. Вот я, смотри, ты я знаешь, зашел. Не, я наоборот специально. Ты когда это с катаной бегаешь, у тебя 17 часов на сервере, это очень палево. Ну что, ну купил. Очень палево. Наколедовал себе катану. Занимается не тем, чем занимаются военные на самом деле. Раз уж он такой, понимаешь, РПшный. Просто раз он такой РПшный, она, ну, в описании прописана как военная профа, которая занимается такими прям серьезными конфликтами. Понятное дело, полиция тоже рейдит, но полиция таким чем-то попроще занимается. Тазернуть за открытое ношение, арестовать. А он как раз занимается тем, чем занимается полиция, но, сука, играет на военном. Нахуй он
играет на военном, спрашивает. Он ни в одном рейде не поучаствовал, понимаешь? Говорит, квартир не было, я их не видел, квартир. Говорит, так, конечно, ты их не видел, ты, сука, живешь на спавне. Ты людей... Не то чтобы не выпускаешь со спавна, это понятно, типа, выходить нельзя и все такое. Но ты же буквально весь каче, это около, ну, может, 5-10 минут, могу ошибаться. Он буквально этим и занимался. Он просто сидел, мониторил, кто выходит. Мне периодически писал, чтобы я вышел со спавна лицом к стене, встал. Когда я ему писал влог, он делал вид, что он не замечает этого. Я его в рот ебал. Пошел он нахуй, пусть, ну, неделю посидит, покайфует. Еще пишет, я хочу как скрипач души. Нихуя себе ебач, блядь, вас сухи. Вас башнявых переподочка, нихуя, сука. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Эрик, Иван Ворон, Влад Шулик, Квадро Эспада, Кирилл, Сан-Франциско, Афорбис, Зейн Мейн, Титан Пропан, Клаунака, Юрец, Золотой, Джамбо, Факап, НН, Саня Санчо, Хорни Дэвил, Аутсайд, Фимос Клаб, Спарки, Бебра Саунд, Форга, Гамбургер, Латук, Исаак 322, Илья, Патрон 1, Никто и Егор.